Буквально 10 минут назад в своем микроблоге российская актриса и телеведущая Елена Юрьевна Корикова сделала ужасное заявление. Она сообщила, что на время заканчивает свою карьеру, так как медики несколько дней назад у нее обнаружили тяжелые заболевания. Ей назначили большое лечение и несколько дорогих операций за границей во Франции. Некоторые задались вопросом, почему же ее не лечат здесь. Написали ей несколько комментариев под ее фото, но она сразу же ответила на один из комментариев. Она написала, что на данный момент российская медицина пока бессильна против этой болезни. Что именно за болезнь нашли в нее, Елена пока не сообщает. На данный момент мы пытались поговорить с ней, взять у нее небольшое интервью, но она пока никаких интервью никому не дает. Ни друзья, ни знакомые пока никак не комментируют данную ситуацию. Будем надеяться, что уже завтра утром на нашем канале появится свежий выпуск продолжения этой трагедии. Подписывайтесь, дорогие друзья, на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.